Город провел праздники размеренно и спокойно. По крайней мере, крупных происшествий в сфере коммунального хозяйства не зарегистрировано. С 30 декабря по 8 января произошло несколько аварий на сетях водоканала и в Гортеплоэнерго. 6 и 8 января на непродолжительное время отопление отключали в домах на улице Ташкентской, Шубиных и проспекте Текстильщиков. Неполадки удалось устранить в нормативные сроки. Что касается уличной дорожной сети, то в новогодние праздники работало более 30 единиц техники, порядка 100 человек на уборке города. В период выпадения обильных осадков с 4 по 6 января силы были увеличены, что позволило в короткие сроки привести в нормативное состояние. Сейчас оцениваем как удовлетворительное.